ребята, сейчас у нас будет некоторая перестановка состава, а именно у нас появился новый гитарист, который наконец-то заменит меня, Криворукова. Зовут его Павел, ну, сценическое имя Паша. Прошу любить и обязательно жаловать. Тут говорят, что басиста на вокале не слышно. И, кстати, на самом деле еще не хватало бы добавить все-таки монитора побольше, если можно. Поехали, что ж. Безумный строгий поэт. Лучше не спать, лучше не ждать.